Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную программу «12 созвездий» на телеканале «Видное ТВ». Какой прогноз подготовили астрологи для каждого знака зодиака с 6 по 12 февраля, расскажем прямо сейчас. Овны, задайтесь целью расширить свой кругозор. К этому в середине февраля призывает воздействующий на ваш знак Юпитер. А если появится такая возможность, отправляйтесь в путешествие. Причем, чем дальше от родного города вы уедете, тем лучше. Благодаря гармонично расположенной Венере вы станете более обаятельными и привлекательными. 8 или 9 февраля звезды рекомендуют устроить большой праздник и собрать у себя дома близких вам людей. Удачное расположение Марса до 9 февраля станет отличным временем для построения карьеры и деловых отношений. Поможет достойно закончить прошлые дела и зарядит энергией. Сил и возможностей для этого будет достаточно. Раки, вам стоит кардинально изменить взгляды на привычные вещи. Полезно немного побыть в тишине, помечтать и проанализировать свою жизнь. Если закроете дверь в прошлое, то настоящее окажется более интересным и счастливым. Меркурий будет посылать сигналы, связанные с необходимой для львов информацией. Появятся оригинальные и смелые идеи, которые могут быть моментально воплощены в действие. Общение с начальством в этом поможет. Этот период принесет девам массу приятных сюрпризов, которые удивят и будут держать в напряжении до начала весны. Притягательность дев возрастет и будет заметна невооруженным взглядом. Личная жизнь не останется без изменений и радостных событий. Вы можете многое изменить в своей жизни в период с 6 по 12 февраля, в частности, освободиться от всего, что сдерживает ваше развитие. Это благоприятный период для завершения отношений с теми людьми, кто много лет угнетал вас или оказывал негативное воздействие. Недаром говорят, что в спорах рождается истина. Вот и скорпионы в процессе выяснения отношений с друзьями придут к удивительным открытиям. Стрельцам, так же, как и овнам, звезды на этой неделе советуют отправиться в далекое продолжительное путешествие. В поездке вы познакомитесь со множеством интересных людей. Козерогам астрологи обещают немало предложений со стороны друзей, компаньонов по бизнесу и просто хороших знакомых. Некоторым предстоит проявить способности организатора. Постарайтесь посмотреть на ситуацию более креативно, а также подключить к ней людей, которые неординарно мыслят. Эта неделя обещает стать очень интересным временем, когда водолеям придется познать что-то необычное. Вы легко будете достигать поставленных целей и захотите попробовать себя на новой высоте. Рыбам звезды советуют внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить шанс встретить спутника жизни. Многие захотят конкретных отношений, а не легкомысленных связей. Поэтому на этой неделе без сомнений принимайте и делайте сами предложение руки и сердца. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Thank you.